Новогодние елки прослужат дольше, если их сдать в переработку. Напомним, натуральные деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, сбивают контейнеры и затрудняют погрузку мусоровозов. Для жителей Нефтеюганска сбор и вывоз хвойных будет осуществляться до 1 февраля круглосуточно по адресам, которые вы видите на экране. Атрибут праздника вы можете оставить в зеленых контейнерах. Неправильная утилизация деревьев может привести к активным выделениям углекислого газа, загрязнению окружающей среды. При этом, попадая на свалку, процесс разложения увеличивается в разы. Экологи напоминают, что передавать елку на переработку следует без новогодних игрушек. Но они там у нас прямо там метров по 10.